расскажу. А, вот такие злобные дотеры, да. Я по-прежнему разбираюсь с титрами. Вообще, на самом-то деле, у нас многие ребята еще в отпусках отдыхают. Мы им, конечно, с Максом завидуем, но тоже надыхались. Я думаю, вы тоже все соскучились по матчам. И, в принципе, у нас уже начинается наш марафон. И я думаю, до мая у нас будет очень много всего интересного происходить. Ну, вот пока мы смотрим на логотипы. Кстати, давайте, наверное, обновим. Я даже больше могу сказать. Пока все мы праздновали Новый год под елками, Тафа наряжал пальму. Подожди. Просто сказал. Я сейчас тут попытаюсь как-то... Наладить. Да, что-то наладить и что-то показать вообще, кроме этих двух логотипов. Вот посмотрим, какие матчи сегодня будут. А, так вот, обещал что-то интересное вам рассказать. Не знаю, с чего начать. Пока еще неизвестно, где будет финал третьего сезона. В ближайшие дни будет известно. Это будет, может, даже быть не Минск. Вот ходят такие слухи, но пока не будем делать паники, и совсем скоро нам штаб вот все-таки даст финальную информацию о том же, где пройдет финал третьего сезона Golden League RU Cluster. Я думаю, никто не обидится, и ивент будет проведен просто шикарно, где бы это ни было. На следующей неделе нас ожидает два финала. Это будет финал Евролиги и Азиатской лиги, которые мы с вами посмотрим. Причем один финал будет проходить утром, второй днем. И, в общем-то, два дня, суббота, воскресенье, причем два финала посмотрим. Все очень удобно, все очень классно. У азиатов всего три команды играют в финале. Там будет финал лузеров и суперфинал на следующий день. Европы финал, конечно же, будем болеть за Virtus.pro Dignitas, там наших всех Денова парней. Дали отмашку, мы им покажем. Мы это тоже покажем все, конечно. Но причем это будет происходить и утром, и вечером. В общем-то, два финала. Ждите, это будет совсем скоро. Так. А потом еще... Что там с матчем вообще? Можешь вообще показать на матч? Что случилось? Почему не... Ой. Быть не может. А вот такие мы... Мы уже минуту стоим. Хорошие мы комментаторы. Да, здесь на самом-то деле минута боя прошла, ребят. Макс извиняется. Я ничего не могу...